Всем привет! Это канал Майси Работы. Сегодня видео о шоу «Пацанки». Хотела сделать видео о том, кто вылетит в ближайших сериях, а кто войдет в пятерку. И думаете, что произошло? Все, кто должен был уйти, по моему мнению, ушли в первой и во второй серии. Это Алиса Приходова, Саша Петрова, Наталья Мурмуда, Вероника Патрушева, Диана Субботина. Чуть позже я скажу имя еще одной участницы, которая уйдет в ближайшее время, и одно имя девушки, которая придет, возможно, уже в третьей серии «Пацанок». А сперва кратко о выбывших. Вероника Патрушева сказала, что она запойница, то есть алкашка или пьяница. Сразу было понятно, что, прежде всего, ей нужна медицинская помощь. Поспорим, ты никуда не уедешь больше, а? Зачем надо было брать ее в проект и тут же выгонять? Чтобы она на этой почве еще хлеще начала пить. Наталья Мурмуда – вообще удивительный персонаж. Пришла, огребла по полной и ушла. Но она не подлая, в отличие от Приходовой и Петровой, она не рассказывает сказок. Алиса Приходова в первой серии ходила как призрак. Я думала, что она немая или настолько забитая, что так себя ведет, мне ее было жалко. А оказалось, что она очень бойкая девица, и через слово из ее уст вылетает мат. Раз 100 наматерилась. Миллион раз просто материлась. Это просто человек, которого невозможно знать. Александре Петровой нравится то, как она живет. Ее мама к образу жизни Саши относится спокойно. Александру выгнали с позором за жестокость. Теперь, конечно, она хает проект в социальных сетях. Вызывать к себе больше внимания. Диана Субботина покинула шоу временно. Но знаю, что если даже она вернется, то ненадолго. Ану Михееву непонятно, выгнали ли она вернется. Она очень слабая, неуверенная в себе девушка. Ее поведение странное, но это защита. Помощь ей нужна. Алло, ну ты че? Кого же выгонит еще? По слухам, уйдет Ксения Милос. Возможно, она сама поймет, что не хочет меняться. Мне Милос понравилась. Я бы не хотела, чтобы она ушла так рано. В смысле? Энциклопедию пишет. А придет новая девушка из Сыктывкара Валерия Михеева. Она тренер по фитнесу, тату-мастер-парикмахер. Хотите следить за шоу «Пацанки», «Танцы», «Битва экстрасенсов», «Топ-модель по-украински со мной»? Подписывайтесь на канал. Всем пока, пока.